Здравствуйте, вы смотрите программу «Интервью недели». В студии работает Елена Радкогла. Национальная касса социального страхования является автономным органом государственной власти со статусом юридического лица и управляет системой государственного обязательного социального страхования. Посредством системы социального страхования государство гарантирует гражданам право на социальную защиту в случаях достижения пенсионного возраста, безработицы, болезни, инвалидности, потери кормильца через социальные выплаты, пенсии, пособия и прочее. О том, как получить пособие по временной нетрудоспособности и многое другое, мы сегодня обсудим с начальником территориальной кассы социального страхования Гагаузии Прасковьей Караиван. Здравствуйте. Добрый день. И первый вопрос, Прасковья Ильинична, такого рода. Кто имеет право на получение пособия по временной нетрудоспособности? Ну, начнем с того, что есть нормативная база, на базе которой мы работаем по пособиям. Это основной закон 289 от июля 2004 года о пособиях по временной нетрудоспособности и других социальных пособиях. И есть постановление правительства 108 от 2005 года, которое регламентирует, как производить расчет, какая база расчета должна быть, выплаты и многое-многое другое. По данному законодательству право на пособие по временной нетрудоспособности имеют право застрахованные лица, то есть работающие, и безработные, которые являются получателями пособия по безработице. Угу. Куда они должны обратиться, чтобы получить это пособие? Пособие по временной нетрудоспособности Национальная касса начала рассчитывать и выплачивать с июля 2019 года. Значит, человек, находящийся в отпуске по временной нетрудоспособности, застрахованное лицо, получив больничный лист в бумажном виде, приносит его работодателю, где первые 5 дней рассчитывает и выплачивает работодатель. А продолжение данного больничного, в том случае, если оно есть, значит, медицинские учреждения в электронном виде переправляют нам информацию о застрахованном лице, который находился в отпуске по временной нетрудоспособности. Это все в электронном виде. Мы ежедневно эту базу видим, и идет расчет и выплата этого пособия. Если человек находится в больничном отпуске, какая формула работает? Как высчитывается эта компенсация? Здесь как таковой формулы нет. Все зависит от застрахованного дохода работника за последние 12 месяцев работы. Исходя из этого и рассчитывается сам больничный лист. В зависимости от страхового стажа и заработной платы человека. Вот если застрахованное лицо работало и какой-то период пришлось прервать в связи с нетрудоспособностью, то в данном случае будем рассчитывать из страхового стажа и застрахованного среднемесячного дохода. Если человек работает до 5 лет, он будет иметь право на 60% от застрахованного дохода. Если работает от 5 до 8 лет страхового стажа у него, то это будет 70% от его заработка. И если свыше 8 лет, то уже 90% от среднемесячной заработной платы. С какого дня больничного отпуска начинает оплачивать Национальная касса социального страхования? По законодательству мы обязуемся рассчитывать и выплачивать больничный, начиная с 6 дня, если продолжается отпуск и далее. Первые 5 дней оплачивает работодатель, уже исходя из заработной платы работника, а с 6 и далее мы выплачиваем и рассчитываем больничный. После рождения ребенка кто может оформить отпуск по уходу за ребенком? Какова сейчас процедура? Отпуск по уходу за ребенком, опять же, могут быть и застрахованные, и незастрахованные лица на сегодняшний день. Отпуск по уходу застрахованные получает один из родителей. Если же родители работают, то оформляется на бабушку, на дедушку, если есть такие, кто непосредственно ухаживает за ребенком.
Застрахованные родители имеют право до 3 лет, а незастрахованные, неработающие родители до 2 лет. Если оформляется на бабушку или на дедушку, как определяется, какую если сумму будет бабушка получать? Или дедушка, да, скажем, работающие, застрахованные лица, то мы рассчитываем из заработной платы бабушки либо дедушки. Если они пенсионеры? Если они пенсионеры, то в данном случае нет оплаты. Нет оплаты, получается. Нет. Если только работающие бабушка или дедушка. Если молодая мамочка не работала до родов, какую помощь она единовременную получит и ежемесячную помощь, какую она будет получать? Неработающие мамы имеют такое же право на пособие по уходу за ребенком только до 2 лет. И в данном случае мы рассчитываем уже фиксированную сумму ежемесячной выплаты 740 лей в этом году. До исполнения ребенку 2 лет. Единовременное на рождение она получает в таком же размере, как и застрахованные. 8 299 лей. Сегодня это такая сумма, да? Да. Какие документы необходимо принести молодой мамочке для того, чтобы получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком? На сегодняшний день пакет документов минимизирован, потому что вся база по застрахованным доходам имеется в национальной кассе. Мы используем это при расчете. Единственное, что нужно будет иметь свидетельство о рождении ребенка и паспорт, удостоверение личности мамочки, либо, если это по уходу на отца, значит, паспорт отца. Угу. Если поговорить об пособиях, какие виды пособий у нас в Молдове сегодня существуют? Ну, вернусь к тому, что есть закон 289, который регламентирует виды и категории получателей пособий по временно нетрудоспособным, да и других пособий. На сегодня национальная касса назначает и выплачивает пособие по временной нетрудоспособности, по общему заболеванию, по карантину, по уходу за ребенком до 3 лет, пособие за больным ребенком, уход за больным ребенком, пособие по материнству, пособие по отцовству, пособие на погребение. Очень много разновидностей есть пособий, и национальная касса рассчитывает и выплачивает данные виды пособий. Имеет ли лицо право на помощь в случае, если оно лично утратило трудоспособность, но возобновило свою трудовую деятельность и получает компенсацию за воспитание либо уход за ребенком? Если речь идет о пособиях по уходу за ребенком, то в период ухода за ребенком на больничные мама не имеет права по временной нетрудоспособности. Если же если она вернулась на работу, приступила к трудовой деятельности, то она будет иметь право на больничный. Какие еще виды социальных выплат имеются у нас в Молдове, помимо тех, что вы назвали ранее? Ну, пособий по Молдове. Есть пособия по... государственные пособия, так мы их называем. Это что имеется в виду? Госпособие по закону 121 о поддержке некоторых категорий граждан. Это имеется в виду военнослужащие, инвалиды Советской Армии, афганцы. Есть также пособие по закону 190, мы назначаем и выплачиваем лица, имеющие награды за особые заслуги перед государством. Медали и ордена, есть утвержденный список наград, которые попадают под материальную вот эту выплату пособий. Есть пособие вот новое у нас по потере кормильца, и есть пособие по, это уже пенсионные немножко пособия, в случае смерти одного из супругов. А вы можете по каждой категории назвать, сколько сегодня получают они помощь от государства? Дело в том, что по 121 закону это инвалиды, зависит от группы. Если это пособие по социальное пособие по наградам, это медаль за медаль мы платим 25 лей, за орден 50 лей. За пособие по
смерти одного из супругов, опять же, зависит от размера получаемых пенсий умершего и одного из супругов, кто будет получать это пособие. Сегодня за рождение первого и последующих детей разнятся суммы выплаты? Нет, сегодня как застрахованные лица, так и не застрахованные единовременно на рождение ребенка получают в одном и том же размере. Это в 2020 году это было 8299 лей, в этом году 9459 лей. Это единовременная выплата на рождение ребенка. Ежемесячно по уходу немножко разнятся суммы. Ежемесячно по уходу застрахованная мама до достижения ребенка 3 лет получает 30% от заработной платы своей. А вот незастрахованная мама получает фиксированную сумму 740 лей. Вот в данном случае эти пособия немножко разнятся. А единовременная получает одинаково, что работающие, что не работающие. Мамочка, которая родила близнецов, тройню, какую помощь она получает от государства? Да, с недавних пор есть такое пособие, выплата пособий близнецам. Если женщина родила двух и более близнецов, то на каждого ребенка мы дополнительно платим по 320 лей до достижения им, соответственно, 3 лет. Угу. Незастрахованные 2 года, соответственно. Это на близнецов, вы сказали? Это на близнецов, плюс к тому, что она получает ежемесячно по уходу. Mm-hmm. На близнецов есть еще дополнительное пособие по 320 на каждого ребенка. А если говорить о тройне? Тройне тоже на каждого ребенка. Двое, значит, две выплаты по 320, трое, значит, три выплаты по 320. Обязательно ли декларация о полной потере застрахованного дохода за период медицинского отпуска? За период медицинского отпуска мы не просим такую информацию. У нас в базе есть информация, по которой мы работаем. Декларация о потере застрахованного дохода мы просим в случае, когда оформляется пособие по уходу за ребенком для неработающей мамы. Потому что есть вероятность того, что если у нас какая-то информация отсутствует, в это время, значит, мама имеет какой-то доход, который не задекларирован, то уже дальше перерасчет пособий не будет, потому что в декларации указано, что не было доходов. Она не сможет претендовать на перерасчет какого-либо пособия. Угу. Поэтому эта декларация в данном случае она нужна. Но больничных нет. В 2020 году депутаты парламента приняли закон, и президент промульгировал его, о том, чтобы уменьшить пенсионный возраст. Пример. В этом году женщине исполнилось 57 лет, но по этому закону она может только с 2022 года, января, претендовать на получение пенсии, когда ей надо уже собирать документы. Инициатива данная действует, пока изменений по этому поводу не было. Единственное, что действие закона будет введено с 1 января 2022 года. И все женщины, которые достигли возраста 57 лет, они будут иметь право подать заявление и обратиться только в январе 2022 года. Заранее собирать каких-то документов сегодня нет необходимости. Потому что, знаете сами, что законодательство со временем меняется, и говорить заранее о перечне документов мы не можем. Это уже ближе к сроку, когда будет возможность подачи такого заявления, значит, можно будет уточнить. Но я хочу сказать, что по большому счету, как такового перечня документов сегодня нет. Национальная касса имеет достаточно информации для того, чтобы не собирать никаких справок и не предоставлять. Единственный вариант, мы требуем иногда подтвердить какую-то запись трудовой книжки, потому что она несоответственно заполнена, допустим, или нет печати, нет подписей руководителя. Есть некоторые моменты, когда мы требуем, да, подтверждения того или иного периода. Но как таковых справок о зарплате мы не требуем сегодня. Единственное, нужны будут только копии свидетельства о рождении детей, копию трудовой книжки, если она там не сканирована у нас, и у нас нет информации по ней. Какая формула вообще есть для расчета
пенсии будущей? Вы знаете, хочу попутно к этому вопросу сказать, что Национальная касса имеет свой сайт, где очень много информации содержится по всем интересующим вопросам в плане социальных выплат. И на этом сайте есть такая услуга, которая предоставляет возможность предварительного расчета своей пенсии. Формула на сегодня такая, значит, все зависит от застрахованного стажа и застрахованного дохода. И 1,35% от этой совокупности, то, что человек будет иметь. Это самая простая на сегодня возможность просчета. Возможно, какие-то отклонения, конечно, но человек сам может сегодня просчитать потенциальную свою пенсию по возрасту, которую он будет иметь, допустим, через год. Если ничего не изменится, конечно. Если подошел пенсионный возраст, но получилось так, что до него человек лет 10-15 не работал, какой размер пенсии у него может быть? По пенсионному законодательству сегодня для того, чтобы иметь пенсию по возрасту, пенсию, не пособие, необходимо иметь 15 лет страхового стажа. Если же нет этих страховых лет, которые необходимы сегодня, то есть возможность личного страхования своего стажа. Заключается контракт с Национальной кассой. Оплачиваются, сегодня есть возможность оплачивать большое количество лет, которое нужно, если есть возможность, конечно. Заключается договор, человек оплачивает, и при выходе на пенсию, значит, количество месяцев, дней, сколько он посчитает нужным оплатить, мы это засчитаем ему в страховой стаж. Какой размер оплаты? 11 тысяч. Сумма большая, но есть возможность для ежемесячного погашения, 1/12 часть. Поэтому кому там не хватает, и человек желает иметь полный, допустим, стаж или эти 15 лет, то есть возможность оплатить взносы с тем, чтобы иметь право на пенсию. Хорошо. Сразу вопрос. Если он оплачивал ежемесячно вот эти вот суммы, какой размер пенсии будет у него? Данные выплаты дадут ему право на минимальную пенсию на тот период, когда он будет иметь право на эту пенсию. На сегодняшний день минимальная пенсия составляет? 1188 лей. Разве это выгодно, ежемесячно оплачивать 11 тысяч, а по итогу получить 1800? Ну, дело выгодно, невыгодно, если взять как бы для анализа. Сегодня выгоднее иметь пенсию, чем пособие, допустим, потому что оно в разы больше, и к тому же мы начали индексировать пенсии дважды в год, и, соответственно, пенсия растет, размер пенсии растет ежегодно. Сейчас в октябре будет вторая индексация у нас. Был принят нормативный документ о том, что в случае, если один из супругов его не стало, второй получает его пенсию в том же размере? Нет, здесь немножко другое. Есть вариант пособия по случаю смерти одного из супругов. Выплачивается жене либо супругу в том случае, если умерший получал пенсию меньше, чем 5 лет. Мы будем выплачивать пенсию до погашения этих 5 лет. Угу. Размер пенсии супруга. То есть он, если он получал 2 года, осталось 3 года, жена вот еще будет получать? Остаток его 3 года мы будем выплачивать еще тот размер пенсии, который был. Угу. Только получается, в общем, что было 5 лет, не более. Не больше 5 лет, да. В течение не более 5 лет. Но размер останется тот же? 2746, кажется, если не превышает, мы выплачиваем супруге или либо супругу. Сколько сегодня пенсионеров у нас в Гагаузии? По Гагаузии у нас 34,5 тысячи всех получателей. Да. Камрадский район имеет 15 тысяч, Чадарлунга, соответственно, 13 и остальное Волконечно. Человек достиг пенсионного возраста, он может продолжать работать, да? Да, сегодня никто не ограничивает как бы пенсионера продолжать трудовую деятельность. К тому же вот, работает закон по перерасчету пенсии для тех пенсионеров, которые продолжают работать после выхода на пенсию. В этом году мы пересчитывали пенсии
для лиц, которые продолжали работать больше 7 лет. Поэтому пока вот есть возможность получать пенсию и работать. Я не знаю, как сейчас, но был некоторое время разговор о том, что если человек находится на пенсию, то он должен выбирать, либо он на группе, либо он получает пенсию. Так ли это? При достижении пенсионного возраста, если его сумма пенсии больше, чем то, что он получал по ограничению возможностей, значит, дается право ему получения пенсии уже по возрасту. Спасибо за информацию, которую вы нам предоставили. Удачи вам в вашей работе. Вы смотрели программу «Интервью недели» на канале ГРТ. Берегите себя.